Всем привет! Сегодняшнее видео будет не продолжением, а более широкой версией предыдущего видео. Хочу поблагодарить канал Jim Hawkins. Линк будет наверху или в описании за предоставленное видео. Спасибо! Приехали мы на дачу половить рыбку. А тут снег, видите, лодки все в снегу. Но настоящего рыбака снег не остановит. Точно? Да. Сейчас мы ее разгребем от снега. Видите, приехали на траке. И поедем щуку ловить. Все щуки наши. Так-ка, сейчас зацепимся. Никакие погодные условия нас не остановят перед поставленными целями. Смотрите, какая отличная погода. Слякоть, грязь, снег. А мы идем на щуку. Упала ветка, мы ее только что отсюда выковыривали, доламывали. Все написано. Идем. Значки. Глубокий спуск. Купаться мы сегодня не планируем. Вот это пляж местный, если что. Мы сегодня планируем только спустить лодку. Все, вы поняли. Кто-то оставил мотоцикл на воде. А, мы не одни. Еще кто-то? А? Кто-то еще? Ну, вон, на мотоцикле. Ну, на мотоцикле, да, но я вижу, на нем снег лежит. То есть его давно оставили там. Да, кто-то забыл. Кому надо, блин, здесь шпаться? Да, валяется 10 штук на узе. Ага. Два фильма. Надо от пробку поставить, а то сейчас мы ее опустим, а утонет. Так, самое здесь. В камышах. А ключи где, брат? Попробуй. Давай! Эй, там на беде! Лови конец. Сегодня поможет чуть-чуть назад и все. Давай же! А Санька, не говори. Все, на воде. Мы загрузимся. Надеюсь, что щуки будет вкусно, наши блесна. Поймаем свой лимит. Или вообще ничего не поймем. Но обычно тут клюет. Тут озеро маленькое, здесь только две рыбы водятся. Щука и окунь. Они друг друга едят. А вот здесь когда-то песочек был. Да, он там ездит под снегом. Мне шнурок развязать. Да, надо туда вязать. Ладно, загружаемся. Что, да?
Порыбачим? Да. Саша, расскажи, как ты делаешь кофе. Кофе мало, понимаешь? А, ты меня снимаешь. Я тебя снимаю. Да, я делаю вот так. По часовой стрелке или против? А, по часовой, конечно, по часовой. Обязательно. И то по-другому не получится. В общем, мы все на полушарии. Все, сейчас закипит. Главное вовремя снять с огня. Потом сахарочек и будет вкусняшка. Выехали мы на озеро. Наш эхолот молчит, как рыба об лед. Рыба об лед. Пьем кофе. Побросали мы тихо. Сашка кофе наварил на кирогазке. По-израильски. Да, по-израильски. Черный кофе. По-жизни. Сейчас кофе попьем. Еще попробуем дислокацию поменять. Но что-то у меня такое впечатление, что поедем бухать сейчас. У тебя правильное ощущение. На, сейчас. Перекур. Тёнька, привет! А бумажка есть, братик? Бумажка есть, что-то я лодку засрал. Видели мы тут одного кренделя на водном мотоцикле, но уехал быстро. Мы так все охренели, что не успели за его сфотографировать. Ну, блин. Он что, пригонял мотоцикл? Может быть. Может, да, может, да. Он его отгонял. Логично, кстати. Что, вода, температура что плюс 6. Со снегом, значит, он там... Он эти снежок. Конечно, тут есть хорошие домики. Домики 4 сезона. Люди просто живут здесь. Конечно, красота. Ребята, хотите спокойной жизни? Приезжайте в Канаду. У нас все супер. Да. Серега, бы я свой 8-кратный. У нас все супер. Сейчас разглядим. Что там у нас? Ты за голыми бабами подглядываешь? А, подожди, на резко. В купальниках? А, вот голые. На улице чуть. О! О! Кидай! Это рыбка была. Да. 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 Видишь? Здесь у нас. Две маленькие рыбки. Две маленькие. Можно кинуть, попробовать. Ладно, мужики, рыбалка началась. Мы пугали чаек, теперь чайки пугают нас. Да, как в этом самом, как у Хичкока. Как у Хичкока. Это они сейчас подготовятся, соберутся побольше и нападут. Там здесь мелко сильно надо. Смотри, нападают, подлетают. На самом деле, я думаю, они рыбу ждут. Да, чайки решили улететь обратно. Прилетели, полетали, поорали. Поняли, рыбы не будет. И да, видишь, как обратно. Пирс как это. Ладно, пошли я жарить мясо. На берегу. Вот это. Ну вот. Мы насыпаем на горке. Сейчас. Главное не переборщить, а то будет очень жарко в этом тандыре. Ну и что, мы в наргилу положим, кальян. Да. Вот так, да? Да. Вот так углей, смотри.
все, сколько это? Килограмм можно, даже меньше. Угу. Сейчас надо вот этой штучкой это уже, да? Можно этой, но подождем, пока здесь разгорится и поставим ее на... Вообще красота. И снизу она будет. Я снизу грел вот. Хочешь этой? Тут газа немного. Ничего. Если был бы сухой спирт, кусочек там поставил снизу. Окей. А сейчас разгорится и будем... Засыпать туда угли? Да. Окей. Если вам надо быстро зажечь костер, берете фен, включаете спираль, чтобы только дуло. Знаешь, как я снимаю? Да. По кадру. Смотрите, какая тяга у нас тут хорошая. Сейчас достанем руду. Начнем. Любительская металлургия сейчас пойдет. Правда, дыма очень много. А, это... Дрова сырые. И левые. Лень было искать вторую. Хорошая тяга. Здесь оно наоборот. Да, такое. Мужики пошли мясо на шампура отсаживать. Ответственные за костер. Все, что вам надо, дрова, неважно какой влажности, фен и розетка. Ставите фен на холодный воздух, без спиральки и дуйте. Как с опорой. Мясо, которое я ставил мариновать вчера. Сейчас мы его нашампурим. Да, мы его наденем. Тандыр. Да, сейчас мы его. Пахнет. Да, тандырим. Мужики, пахнет. Мужики не пахнут. Мужики, запятая. Пахнет шашлык. Мужики тоже пахнут. Мы костер разводили, так что пахнем по-мужски. Медведь нас чует за километр. Надеюсь, не съест. Да, не придет. Тут мишки ходят. Чух-чух-чух-чух. Разгорелся наш утюг. Да? Красота. Да. Берем угольки у нас. Ага, красота какая. И сейчас мы их идем. Тандыр будем сыпать. Да. Чуть-чуть поискрит, но... Все, красота. И теперь сюда можно вешать шашлык. Сейчас принесем шашлык и повесим его. Будет у нас шашлык в тандыре. Мы его разровняем. Это специально палка есть. Да. Вот так. Красота красиво, какая. Да? Вау. Слушай, прямо все. Хоть на этот самый ставь. На... Сейчас пока ноль. Откроем. На десктоп Windows. И она. Термометр. И да, начнет подниматься. Смотри, какой там огонький хороший. О, красота какая. Все, сейчас вешаем. Вот картошечку. Картошка пошла. Мы ее чуть-чуть там масло и специи. Со специи. Да, сейчас вешаем первую картошечку. Картошечка пошла. Вот так. Все. Закрываем крышечкой. Окей. И ждем. Минут, я думаю, не должен начать подниматься. Минут сколько? Не знаю, минут, я думаю, 5. 5 7 будет. 7 и по. Не, не будет готово. И добавим. А, мясо. И добавим мясо. Да. Окей. Ладно. Хорошо. Та-да-да-да. Та-да-да-да. Так, а столик, братья, у нас должен быть. А вот там столик у нас, да. И все есть. Вон у нас столик есть. Да, блин. Любит тебя. Грязный что-то. А, ты хочешь сюда? Ну, да. Тут погреться можно.
Лень, я руку не меняю. Я должен сделать дисклаймер по поводу чрезмерного употребления алкоголя. Вроде можно, ты же сказали. В Ютубе можно. Да, но надо дисклаймер все равно делать. Я не буду показывать вам, как мы пьем, только покажу, как наливаем. Наших ацелинт надо переворачивать периодически, чтобы они с двух сторон. Хапанул дымка? Да. Заменить тебя? Да нет, нормально. Блядь. Да, блин. Как не отойду, все на меня. Ну да, ты говоришь, дым, я масло не ем. А мы говорили, куда дуля, туда дым, и дулю и такое показывали. Говорили, да. Так что, ты хочешь на тебя, на меня? Эти наши хацелин подходят. Как этот готовый. Как попкорн лопается. Можно снимать. Этот готовый. Хорошо, лопнул готовый. Да, да. Я уже не проверил. Он мягкий, хороший, самый раз. Смотри, какой красавчик. А, как надо. Вот, вот такой надо. Если его разряжаешь, вот так на тарелочку, да, хиной поливаешь. Хиной. И... Так что на иврите называется хаваль халазба. Да. Просто объедение. Почти. Пацаны, это объедение. Спасибо. Ах, горячо, горячо. Вот именно так на открытом огне готовится. Надо переворачивать со всех сторон. По возможности. Ой, мужики, запах стоит. Ой, не передать. Просто вот... Красота какая. Запах. Это тоже хороший. Вроде как подошли они уже. Этот еще нет, толстенький такой. Сейчас мы его под... Это... Маленький. Вот этот маленький. Нет, тоже нет. Твердый еще. И этот маленький твердый. Смотрите, да. Какие красивые уже. Это хороший. Смотри. Это что у нас? Да, ох. Отлично. Это тоже мягкий. Аж прям. Ой, дым в глаза. Жалко, что не передает наши телефоны, да? Включите свою фантазию. Как дым в глаза. Ну, открывай. Вроде и тот дым, и этот дым, да? Этот вкусный дым. Опа-на. А? Красота. Беленький, правда, еще. Чуть-чуть ему дать. Румянцу дать? Да. Сейчас проверим. Ну, пахнет. Картошечку проверим. Не, еще не готово. Еще? Картошка не готова. Пускай еще. И мясо еще. И мясо. Тут еще подстоит. Должно еще постоять. Красота. Вот это дым. И там дым. Здесь ну приятно. Там вонючий, а здесь вкусно. А? Сидим мы у костра, покушали, порыбачили, ни хрена не поймали, бутылку виски выпили. Еще не допили. Сидим хорошо. Сугробы, костер, вообще красота. Что-то ноги промочил, сейчас подсушим. У меня запасные штаны. Мужики, едете на природу, берите с собой запасные штаны и носки. Носки. Как сказал лейтенант Дэн, главное держать ноги теплыми и сухими. Да, это главное. Наслаждайтесь жизнью, чуваки. Продолжаем мы вечер. Сейчас у нас 11 вечера. Варим супчик. Натюрморт. Мы сделали супчик. Как это прозвать? Полный. Это ужин.
за, как сказать, ужин. За красодавший ужин. Второй ужин. Да. Или... или ранний завтрак лучше. Не, мы спать не ищем. Да, запоздавший ужин лучше. Второй ужин. А, супчик, красота просто. Вот такое вот у нас утро. Идем к лодке. Там гуси, которые еще не улетели, плавают. Ветерок дует сегодня. Ветрено сегодня? Вот лодка. Сейчас мы заведемся и пойдем ловить рыбу. Помпа. Утро. Прохладно у нас сейчас. Плюс один. Мы на озере. Ищем рыбу. Здесь такое небольшое озерко. Озерко. Называется Gull Lake. А, в целом чайка. Так вот. Еще немножко поищем. А потом будем собираться уже ехать домой. Рыбачить.